На территории Тверского Суворовского училища появился еще один мемориал. Он посвящен офицерам-выпускникам, которые пали смертью храбрых на поле боя. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Игорь Руденя. Вот такой памятник из серого гранита теперь украшает территорию перед главным корпусом Тверского Суворовского училища. На черной доске имена выпускников-офицеров, которые отдали свои жизни за родину. Участники мероприятия почтили минуту молчания память тех, кто не вернулся из боя, и возложили цветы к стеле. Потери всегда тяжело говорить в войне. Когда жизнь уходит, близкие люди тяжело говорить в войне. Все мы – одна большая суворовская семья, суворовское братство. Любая потеря наших товарищей оставляет на сердце шрам у каждого из нас. На одной из стел имя старшего лейтенанта Алексея Лебедева, который закончил Тверское Суворовское училище в 2013 году. За проявленный героизм при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине Алексей был посмертно награжден орденом мужества. Награду матери офицера передал Игорь Руденя. Мы чтим и уважаем память всех выпускников Суворовского училища, которые повторили подвиг героев Великой Отечественной войны. В трудную минуту они сделали свой главный выбор, отдали свою жизнь во имя защиты нашей страны. Участником церемонии стал Николай Штонда, который сам является кавалером многих наград, в том числе и Ордена Красной Звезды. Его сын тоже закончил Тверское Суворовское училище. Удостоенный Ордена Мужества, капитан Евгений Штонда пал смертью храбрых, сражаясь с нацистами на Украине. Невыносимая боль останется на всю нашу жизнь в наших сердцах. Но вместе с этим там остается гордость за то, что не струсили, не спрятались за спины своих солдат. Напомним, что Тверское Суворовское училище – одно из старейших в России. В будущем году учебное заведение отметит свое 80-летие. За год своего существования здесь вырастили целую плеяду достойных и преданных своей родине граждан. Многие из них награждены государственными наградами, стали генералами, докторами, кандидатами наук.